Знакомьтесь, друзья, фикус кинки. Скорее всего, назван фикус кинки был по своему открывателю. Это один из самых распространенных видов фикусов. Живет он у меня уже 4-й год. Я сразу же с перспективой наперед засадил его в огромный горшок такой, 25-литровый. И потихоньку слежу за ним, ухаживаю. Относительно неприхотлив по уходу и что касается полива. Так же, как и все, практически все комнатные растения любят обрызгивание. Легкие такие ванны, особенно летом. Зимой лучше не злоупотреблять, особенно если у вас в квартире или в комнате, где находится фикус, не совсем тепло. Вот у нас в этой комнате, где произрастает наш домашний питомец кинки, 17-18 градусов. Это относительно прохладно. Поэтому не чаще, чем раз в месяц, в зимний период, а летом можно даже и раз в недельку. К грунту он тоже неприхотлив, растет практически в любом, главное, не сильно кислый, чтобы был грунт. Вот такой питомец у нас. Что вы можете сказать, кто занимается фикусами? Что у меня так? Что не совсем так? Что совсем не так, может быть, даже? Я думаю, не беда то, что он не совсем равномерно или, так скажем, пропорционально растет во все стороны. Я уже, когда он наберет рост и широту кроны, наверное, я тогда начну его слегка окультуривать в плане выравнивать, чтобы был более-менее равномерно симметричен. Ну, а также, чтобы радовал глаз. Я считаю, это главная функция, главная задача наших комнатных любимчиков. Ну вот я уже так примерно наметил. Вот, допустим, если бы прямо сейчас я формировал, то я бы уже вот это убрал бы, вот так где-то, хотя бы для начала. А так в целом пока более-менее он идет нормально, начиная от выхода из земли. И так что я, можно сказать, не опытен в этом деле, но стараюсь все схватывать на ходу по ходу выращивания моих любимцев комнатных растений. Поэтому, если у вас есть какой-то совет по поводу выращивания фикусов, может быть, какие-то секретные прикормки есть, или подкормки, как правильно говорить, буду рад любому совету, друзья. Не забывайте подписываться на наш канал «Дача мечты», а также жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видосики наши. Тем более, что через месяц-полтора уже будем постепенно открывать и дачный сезон. У нас в средней полосе, живем мы под Киевом, очень рано начинается дачный сезон. А мы с нетерпением спешим его открыть. Поэтому всегда рады
всем вам. Жду с нетерпением ваших комментариев. Был рад снимать это видео для вас. И заранее буду рад пообщаться под этим видео в комментах. До скорых встреч. Удачи всем вам и будущих урожаев, друзья.